Здравствуйте, это программа «Время местное». С новостями и жизнью города вас познакомят корреспонденты информационной редакции Лабытнанского телевидения и я, Андрей Симоненко. В начале выпуска коротко о его темах. Глава города предложила школьникам стать дублером себя и своей команды. В режиме видеосвязи прошло заседание молодежного парламента при законодательном собрании. Одна из важных тем современности на брифинге – дебаты, дети и сети, диагноз по аватарке. Медучреждения округа получили крупную партию мобильных рентгенаппаратов. Действие моратория на начисление пени за услуги ЖКХ завершено. Центр детского творчества присоединился к всероссийской акции «Поехали», устроив флешмоб. Сегодня глава города дала старт конкурса для школьников старших классов, главным призом в котором будет возможность управлять городом в день местного самоуправления 21 апреля. На один день учащиеся заменят главу, ее заместителей и руководителей подведомственных организаций от их работы. Об условиях отбора кандидатов в дублеры расскажем в нашем следующем репортаже. На один день сменить школьные парты на кабинеты предстоит 20 старшеклассникам. Школьники получат возможность окунуться в самую гущу городских проблем, узнают механизмы их решений и лично убедятся, насколько интенсивен труд муниципального чиновника. В этом году формат Дня дублера изменен. Сегодня глава города Марина Трескова дала старт заявочной кампании. Молодые люди, которые претендуют на желаемую должность, должны сгенерировать идею для своего проекта. Нужно понимать, что все эти проекты, они должны отвечать требованиям времени, трендам, которые задаются федеральной повесткой политической. Всю политику органов местного самоуправления нужно сверять с мнениями населения. Исходя из этого, дети могут, взрослые дети, могут уже выстроить какие-то темы для проектной деятельности. Определить актуальную тему проекта старшеклассникам может помочь отчет губернатора Ямала, где заданы цели для дальнейшего развития региона. Можно обратиться за помощью к педагогу, наставнику или покреативить с родителями. Старшеклассник Валентин Суханов претендует на должность начальника управления образования. Юноша планирует стать учителем. Уже сейчас он занимается репетиторством, и в его копилке есть ученики, которые сдали экзамен по химии на максимальные баллы. Соответственно, и проект свой Валентин посвящает подготовке к ЕГЭ. Развить больше потенциал химии, то есть подготовки к ЕГЭ по химии. То есть не больше часов, а больше элективных курсов, которые. Сейчас же у нас есть консорциум, элективные курсы. А это будут предназначены именно для тех заданий, то есть создание либо книги с заданиями, с подборкой, то есть шпаргалки, может быть, или подсказки. А вот у Анастасии Емельяновой математический склад ума. Она будет претендовать на должность главного финансиста города. Идея проекта еще в разработке, но амбиции и желание занять эту должность высоки. Когда нам объявили о старте проекта, я обрадовалась, потому что для меня это будет хороший опыт в коллективной работе. Это отличная возможность показать свои возможности, как-то взять по максимуму какие-то новые знания, умения. Батл идей запущен. Лучшие инициативы школьников отберет созданная в управлении образования комиссия. Именно те кандидаты и займут 21 апреля руководящие должности. В завершении рабочего дня молодые управленцы представят свои готовые проекты, которые определят ближайшее будущее родного города. Дарья Самородова, Григорий Волков, программа «Время местное». В режиме видеосвязи прошло заседание молодежного парламента при законодательном собрании Ямало-Ненецкого автономного округа. На заседании обсудили приоритетные направления развития молодежной политики и сформировали стратегию развития молодежного парламентаризма на Ямале до 2025 года. Подробности в следующем репортаже. Уже в сентябре 2020 года молодежные лидеры начали работу по сбору предложений, которые легли в основу нового документа долгосрочного планирования. Он определяет основные цели, задачи и базовые направления развития молодежной политики. Молодежь – это особая возрастная группа, которая имеет значительный творческий, значительный социальный потенциал, очень активную гражданскую позицию, самая активная часть общества.
Как подчеркнули на заседании, молодежные лидеры нацелены приложить максимум усилий, чтобы молодежь Ямала развивалась и становилась более грамотной в вопросах политики, вовлекалась в решение вопросов, касающихся местного значения, и просто становилась более активной. Еще одна из задач, которую определили в стратегии, это повышение предпринимательской активности молодежи и воспитание экологической культуры. На наш взгляд, молодежный парламент может внести вклад в совершенствование новых форм стимулирования предпринимательской активности молодежи. А также еще одна задача молодежного парламента – добиться цивилизованного отношения к окружающей среде. Не менее важное направление – формирование среди молодежи позитивного отношения к институту семьи и брака, традиционным семейным ценностям, рождению и воспитанию детей. Развитие в молодежи института семьи, чтобы подготовить, чтобы молодежь осознанно понимала, что семья, рождение детей – это осознанный шаг. И сейчас делается, на самом деле, даже в нашем городе очень многое для этого. Недавно прошел форум «Мы вместе», и на нем была целая отдельная площадка, так и называлась «Семья», где рассказывалось как раз об институте семьи и этап развития семьи и непосредственно подготовки к ее развитию и становлению. По итогам заседания решено доработать документ с учетом прозвучавших предложений и внести его на рассмотрение депутатам. Стратегию собираются представить уже на апрельском заседании. Всем хочу выразить спасибо за конструктивную работу, поблагодарить особо наши муниципалитеты, которые также включились в работу по данному документу. Следующее заседание молодежного парламента планируется провести в июне в Салехарде. Предполагается, что оно пройдет уже в очной форме. Карина Щербакова, Эдуард Захаров, программа «Время местное». Сегодня в первой школе состоялся брифинг для молодых педагогов и учащихся. Тему обозначили так: дебаты, дети и сети, диагноз по аватарке. Главная тема для обсуждения – увлечение социальными сетями в молодежной среде. Альмира Новоселова расскажет подробнее. Смартфон стал частью нашей жизни. Как часто им пользоваться, каждый решает сам. Даже перед началом мероприятия, посвященному этой теме, кто-то из участников предпочел отвечать на сообщения в мессенджерах, другие выбрали живое общение. Среди лабытнанских школьников накануне провели опрос, чтобы понять, сколько времени они проводят в соцсетях. Из 219 больше половины ребят тратят свыше 3 часов в день. Лично я не росла на телефоне, просто в какой-то момент тебе дают телефон, ты привыкаешь, и ты просто потом уже не можешь без него ни жить, ни есть, ни спать. Свои точки зрения на брифинге по этому поводу высказали учащиеся, молодые педагоги и эксперты. Врач-психиатр-нарколог Лабытнанской городской больницы высказалась так. Проще всего выйти в сеть, да, показать свою аватарку крутую, и пусть все подумают, что я вот такой. И, в общем-то, все вот эти вот какие-то комплексы, которые вот заселились в наших детях в сегодняшний день, они вот маскируются вот тем, вот, что в социальных сетях проще. В социальных сетях не будет никто обращать внимание, спортивный я или нет. Какие мои успехи в школе, да? Молодые педагоги не только обсуждали детей, но и делились своим опытом. Причем мнения их расходились. Среднее использование телефона у Владислава Богачева 5 часов в день. Но для него это не только соцсети, а источник информации, который всегда под рукой. Кто-то тут сказал, что вы говорите, время всегда одинаково. Конечно. Я не думаю, что у наших прабабушек, прадедушек был просто в кармане источник информации всего человечества. Ведь это действительно так. И нам, нашим родителям, например, чтобы написать курсовую, диплом, нужно было идти в библиотеку и перекопать кучу книг, чтобы найти нужную информацию. Нам же для этого нужно сделать просто пару кликов в интернете. Я думаю, что все-таки это зависит больше от степени занятости. Если уж как-то и говорить о том, что соцсети могут влиять на ребенка, то как решить этот вопрос? Мы что-то там вначале говорили о том, что как побороть это, если это плохо. То все-таки нужно находить для себя какое-либо занятие. Разговор о детях в контексте социальных сетей – это уже поднятие проблемы, но организаторы этим не ограничились. Хотим предложить им поучаствовать в небольшом эксперименте, который мы назвали Digital Detox. Этот эксперимент представляет собой возможность в течение одного дня исключить из своей жизни гаджеты, интернет, компьютер и прожить этот день вот без этих устройств.
Такой эксперимент может провести каждый, проверив, насколько он зависим от социальных сетей. Альмира Новоселова, Николай Снегир, программа «Время местное». На Ямале продолжается программа модернизации медицинского оборудования. В 9 медучреждений округа распределены 17 новых мобильных рентгенаппаратов. Оборудование получили больницы в Муравленко, Надыме, Салехарде, Новом Ренгое, Красносель-Купии, Муже, Таркасале и Ярсале, Лабытнанги. Оборудование предназначено для всех видов рентгенографических исследований. Его основные преимущества – уменьшение дозовых нагрузок, улучшение качества изображения, а главное – мобильность. Рентгенаппарат может работать автономно. Аккумуляторной батареи хватает на десятки снимков. Это позволяет проводить обследование тяжелобольных пациентов в палате. Часто без данных рентгена невозможно подтвердить или поставить правильный диагноз. Технические возможности нового аппарата намного выше прежнего. Он безопасен и удобен в работе. Аппарат совершенно нового поколения, очень низкодозовый, с цифровым преобразователем сигнала, с возможностью передачи изображения по интернету и записи на электронные носители. Вещь очень удобная, современная, и с фирмой Philips, в общем-то, это вещь качественная. Надеемся, что он будет работать очень долго. Сейчас на него оформляется производственно-техническая документация, и в ближайшее время аппарат приступит к работе именно по палатам. Специалисты отмечают крайнюю востребованность данного оборудования в условиях стационара. Оно используется в работе ежедневно. С помощью мобильного аппарата чаще всего выполняется диагностический контроль легких у пациентов после оперативных вмешательств в палатах интенсивной терапии, неврологического и кардиологического отделений. По инициативе губернатора Дмитрия Артюхова увеличено количество выдаваемых семьям медработников квартир. Все те, кто сейчас стоит в очереди на получение жилья, будут им обеспечены. Ранее предполагалось, что за 3 года медикам будет выделено 307 квартир. В этом году принято решение обеспечить жильем 416 семей. Это будет сделано за 4 года. Квартиры предоставляются на условиях соцнайма. Оформить их в собственность медики смогут после того, как отработают 10 лет в учреждении. Это стало возможным после принятия в январе прошлого года региональной программы по обеспечению жильем. В прошлом году медицинские работники получили 193 квартиры. Обеспечить медработников достойными условиями труда и проживания – очень важная задача для нас, поэтому мы будем и дальше привлекать на работу в больнице округа квалифицированных врачей и нужных северян. Программа реализуется на территории всего округа. В прошлом году в новые квартиры въехали работники первичного звена здравоохранения в городах Салехард, Новый Уренгой, Надым, Муравленко, Лабытнанги. Действие моратория на начисление пени за услуги ЖКХ, ранее объявленного правительством из-за пандемии, завершено. В марте лабытнанцы из категории должников уже получили платежные квитанции со штрафными санкциями. На сегодняшний день сумма долга горожан превышает 270 миллионов рублей. Светлана Кель продолжит. Мораторий на пени не остановил рост долгов за услуги ЖКХ. Теперь разговор с неплательщиками будет короткий. Ограничение подачи коммунального ресурса. Если человек не внес оплату до 10 числа месяца следующего за расчетным, у него еще есть немного времени, в течение которого он может нести оплату без применения штрафных санкций. Уже с 31 дня уже начинает начисляться пени. Платить неустойку придется со 2 месяца просрочки. К основной сумме долга за коммуналку, для примера возьмем 40 тысяч рублей за полгода, может прибавиться до 2000 штрафных рублей. А это треть ежемесячного платежа. 80% клиентов ЕРИЦ понимают серьезность финансового вопроса. Всегда вовремя. Как приносят расчетки, распечатки, так и оплачиваем. В первую очередь отдать долги, что должны, а потом уже рассчитывать остальные деньги. Больше бы таких сознательных граждан. Кстати, на коммунальных платежах можно неплохо сэкономить тем, кто еще не установил у себя приборы учета. Арифметика проста. Сколько потратил, за столько и заплатил. По такому принципу пользуются водой 73% горожан. Вас беспокоит контролер ЕРИЦ, поверка счетчиков. Гагарина 5. Капитальная новостройка. Дом сдан в 2015 году. В каждой квартире установлены индивидуальные приборы учета. Срок их эксплуатации уже подошел к концу. Мы сейчас бракуем ваш счетчик, снимаем пломбы для дальнейшего вашего действия. Вам надо купить счетчик.
Счетчик можно покупать не только в специализированных магазинах, в обычных магазинах. И обязательно в паспорте должно стоять клеймо поверки или дата выпуска счетчика. На данном приборе учета стояла антимагнитная пломба, которая не сработала. Это говорится о том, что потребитель никогда не ставил магнит, чтобы тормозить счетчик. Срок эксплуатации прибора учета – 6 лет. Он исчисляется не с момента установки, а именно даты его выпуска. Это важный момент. Кстати, можно обойтись и без замены счетчика, но с поверкой прежнего. Ей занимаются аккредитованные организации. Есть, конечно, и третий вариант – ничего не делать. Но в таком случае показания просто не будут учитываться. Первые 3 месяца расчет будет по среднему, а дальше по повышенному тарифу. Сам потребитель должен отслеживать сроки поверки, состояние прибора учета, не допускать механических повреждений, не допускать установку магнита. То есть, ну, как бы это все негативно сказывается в дальнейшем для потребителей. Прибор учета хоть и в рабочем состоянии, но вскоре отправится в утиль. Покупку и установку нового счетчика беру в свои руки. После ЕРИЦ его зарегистрирует, а контролер опломбирует, то есть ведет в эксплуатацию. Платить по счетчику куда выгоднее, чем по нормативу. В моем случае экономия чуть больше 2000 рублей. Светлана Кель, Эдуард Захаров, программа «Время местное». 12 апреля День космонавтики станет юбилейным. 60 лет назад первый полет в космос совершил Юрий Гагарин. В нашем городе уже с сегодняшнего дня начинают происходить события, посвященные этой дате. Сегодня Центр детского творчества присоединился к всероссийской акции «Поехали», устроив флешмоб. Подробности в репортаже Анастасии Шиховцовой. Легендарное событие произошло в 1961 году, 12 апреля. Юрий Гагарин – первый человек, полетевший в космос. Именно поэтому люди в День космонавтики участвуют в разных событиях. Акция «Поехали» прошла сегодня на бульваре Победы. И сейчас я приглашаю всех, кто у нас готов, кто в шапочках. Начинаем подготовку к нашему флешмобу. Выстраиваемся в фигуру. У нас есть люди, которые вам помогут это сделать. Задача участников – выстроиться в форме ракеты. На это понадобилось не более 10 минут. Все участники, их было около 90, с легкостью справились с этим заданием. Они считают, что такие события необходимы в наше время, в память о герое. Это надо отмечать ежегодно, потому что люди этого заслужили. Надо вспоминать всю историю нашей России, то, что люди сделали для нас. И это, считаю, очень важным мероприятием. Я считаю, что такие мероприятия нужны, ну, потому что мы должны знать тех людей, которые совершили подвиг. Мы считаем, что это событие очень значимое не только в нашей стране, но особенно в нашем городе, потому что в нашем городе тоже есть улица Гагарина. Мы очень гордимся этим. И ребята с удовольствием и активно приняли участие в этой акции. 3, 2, 1! «Поехали», – сказал Юрий Гагарин перед полетом в космос. Про его подвиг знают многие поколения. Главное, как отмечают участники, не забывать об истории нашей страны. Акция завершилась танцевальным флешмобом. Участники с удовольствием поддерживали волонтеров во флешмобе и получили массу положительных эмоций. Анастасия Шиховцова, Николай Снегирь, Евгений Садыков. Программа «Время местное». Это последняя информация выпуска. Мы продолжим искать для вас интересных людей и события. Спасибо за внимание. Все наши новости доступны в интернете, адрес сайта lbt.tv.ru. Кроме того, быть в курсе событий можно, подписавшись на группы Лабытнанского телевидения во всех популярных социальных сетях. На сегодня все. Всего доброго и до встречи в эфире. До свидания.